Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение, с вами Рэй, и сегодня мы поиграем в игру, которая называется Jane Wild. Так, у нас, ребят, с вами кладбище, первый уровень. Так, загрузочка идет. Шериф. Так, и к шерифу кто-то направляется. Поехали. Вы, мистер Wild? А мистер Wild у нас, оказывается, женщина, девушка. Так, прошу простить меня, но у нас есть проблемы. В наших окрестностях восстала нежить. Вы можете мне как-нибудь помочь? Думаю, смогу, говорит Wild. А в чем вообще проблема-то? Ну, понимаете, проблема в том, что у нас очень много плохих ковбоев. Не такие уж и меткие, так что вся надежда только на вас. Ребята, я импровизирую опять же по переводу. А какова будет награда? О, вы получите столько золота, сколько можете унести. Надеюсь, вы выполните чисто свою работу. Парень, сделка есть сделка, я согласна. Готовьте кошельки. Ну что же, ребята, вот как-то так у нас начинается миссия. Давайте посмотрим. Так, ага, мне нужно, ребята, кое-что здесь подстроить. Кнопочки, так что, секундочку. Ну что ж, давай проверим. Так, ребята, герой мой может ходить вперед-назад. У него есть удар ногой и, соответственно, стрельба. Ну что ж, поехали, посмотрим, ребята. Вы заходите на кладбище. Так, это перекати поле. Я на кладбище зашел, да, ребята? Ага, а вот и сами зомби, ребятули. Сосунки какие-то на самом деле. Так, а это что такое? Что это у нас вверху, ребята, отмечается? Я не знаю. В принципе, знать не хочу. Пока все изи. Да елки-палки, ты перекати поле, оно мне. Причем, ребята, зомби, да, такие бандиты. С этими платками на лице. Так, пока все хорошо. Так, ты что, не понял, что ли? Ребята, выпадает нам аптечка, я так понимаю, да? Наверное, мы ее можем взять. Деньги какие-то выпадают. Смотри-ка, видимо, был шериф в бывшем. Но теперь. А, нет, это просто. Оу! Они, ребята, и сзади могут нападать. Все, мы будем это знать. И выпадает нам. Магазин. Патрончики плюс 40. Отлично. Че, мы прошли с вами первый уровень. Забрать все. Отлично. Ну, ребят, пока ничего сложного нету. На 3 звезды прошли. Давайте посмотрим второй уровень. Так. Ну, тут хоть какая-то музычка появилась. Это уже радует. А то первый как-то кисленько шел. Воу-воу-воу. Ничего себе. Ты, парень, ты не припухли? Вылез. А аптечку я не могу взять, да? Видимо, потому что у меня полностью здоровье все. Так, что такое? Кик. Что кик? Пнуть? Непонятно, ребята. Ну, это меня не волнует. Мы их все равно всех разносим. Причем довольно легко. Я вот не знаю, будет ли тут какой-то новый вид оружия или еще что-нибудь. Прокачка какая-то. Но пока все очень даже хорошо. Прикольно это смотрится. Так, забомбили. Слушай, ну на аптечке здесь не скупятся. Их много выпадает. Монетки также. Тихо-тихо-тихо-тихо. Не надо меня брать врасплох. Ну, когда я. Ага. Когда мы, ребята, бьем ногой, это мы просто отталкиваем. А, можно голову пнуть, оказывается. Все понятно, отлично. Ну-ка, иди отсюда. Притулился тут, понимаешь ли. Тихо, не надо, не надо, ребята. Без лишних рукоприкладств. Без лишних. Так, получаем с вами аптечку. Отлично, что это такое, ребята, я не пойму. Все-таки. О, тихо-тихо-тихо-тихо, ребятули, тихо, успокоились. Что-то вас тут слишком много. Нормально, я отбился. Так, дай-ка я пну эту голову. Вот так вот. Куда же ты ее пнула-то? Вон туда надо было ее пинать. Так, что мы там получаем с вами? Деньги за что-то? Не могу понять, за что пока. За какие-то убийства. За убийство вот этих вот олухов, что ли, безмозглых. Так, в общем, ребята, мы с вами такой, знаешь, шериф, который борется не с преступниками, а с зомбами. Нас наняли, грубо говоря. И мы должны выполнять свою работу на 100%. Иначе нам не... Ох ты, нифига, тут... Тут, ребят, смотрите, миниган там лежал какой-то. Так, естественно, я забираю все. Так, и мне говорит девушка моя... Моя. Говорит, ну-ка, парень, зайди-ка в магазинчик и купи себе шотган. Че, серьезно, что ли? Я могу купить себе шотган? Или не могу?
Честно говоря, не совсем понял, ребята, но, по-моему, я что-то себе взял. А ну-ка. Опа, ты прикинь. Так, ну я понял, я выбрал шотган. Давай проверим его, а. Нифига себе, костяная тварь выскочила здесь, да? Слушай, ну что... А, перезарядка. Перезарядиться не могу, да? Понятно. Это жаль. Опа, тихо. Ты понял, ребята? Он бросается своей головой. Чепушил эдакий. Ну что, кто там? Ты посмотри, а? Иди отсюда. Без головы что-то там еще делает. Ха-ха. Пошел. О, вблизи. Вблизи, ребята, просто на разрыв. На, двоих. Монетки отдай только сюда. Погнали быстрее. Так, еще 20 голды заработали. Ничего не успел. Абсолютно ничего не успевают, ребята, они сделать. А я успеваю их разносить. И мне это нравится. Пошел прочь. Иди отсюда. Будет тут еще... Воу. Смотри-ка, ребят. Ну, дробаш это, конечно, вещь. Это вещь, тут не поспоришь. Разнос мозга. Полный. Пускай там ползет. Потихонечку. Нам на него плевать. Тихо, добивочный. Скорость перезарядки, интересно, здесь будет улучшаться или нет. Вау, шикарно. Идите лесом. Слушай, я разошелся, ребята, по-моему. Вошел, как говорится, вкус. Аптечка. Всех сносим. Нам вообще пофиг на все, ребята, абсолютно. Патрончик у нас заканчивается, я так смотрю, да? 41 патрон всего лишь. Но меня это не пугает. Какие-то бутылки там зазвенели. Так, последний круг. Ну, якобы последняя волна, да, я так понимаю. И мы, ребят, с вами дошли. Да, мы должны дойти до магазина почему-то. Но зато получили с вами 3 звезды. И смотрите, здесь у нас бандана, очки. Это для чего все? Вот мне интересно знать. Опять меня просит девушка зайти в магазин и купить Frenzy Power. А это что такое, а? Frenzy Power. Смотрите, ребята, тут прикольно. Тут можно... Ага, патроны можно покупать. Хм, значит, здесь все-таки заканчиваются и патроны, и все. Так, значит, тут еще будут у нас разные, видимо, эти скиллы, да? Плюшки. Так, это у нас пошел донат. Ага. Теперь я понимаю, для чего нам нужны пилюльки, очки и так далее и тому подобное. Это, ребята, изменение скина. Вот это, по-моему, скин самое то, что нужно. Мне нравится очень. Хотелось бы такой заработать, но нужно 70 бандан, а у меня всего лишь 5. Ну что же, ребята, четвертая миссия у нас. Пройти за 70 секунд. Активируй энергию. Нифига, ребята, я бегаю. Тыщ-тыщ-тыщ-тыщ. Шик и блеск. Эй, ё-моё, не туда жму. Идите, олухи. Вау. Уайлд разошлась. Не на шуточку. И музончик такой прикольный. Ту-ту-ту-ту. Рок. Легкий пабовский рок, ребята. Ты-дич. Ты-дич. Смачно. Я шутить не привык. А Джейн тем более. Упс, упс. Ребят, нужно активировать почаще скилл-то. Черт, меня, по-моему, сейчас врасплох возьмут. Там два гаврика сзади шли. Шли. Теперь уже валяются. Просто, ребята, вынос мозга какой-то. Мне нравится. Мне нравится эта игра. Прикольно сделана, прорисовка неплохая. Не знаю, старенькая, наверное, старенькая она. Но, тем не менее, довольно увлекательная. Ребята, вы можете поддержать меня лайком, комментом. И тогда будут видосики по этой игре. Так, получите 30% дамага. А я получил, к сожалению. Это, конечно, печально, ребята. 3 звезды нам здесь не светит. Ну, мы не будем, ребята. Возможно, потом будем перепроходить на 3 звезды. Но не сейчас. Сейчас будем просто с вами бомбить. Как говорится, знакомимся с игрой. Так, в щепки. Иди отсюда. Слушай, а врагов-то с каждым разом все больше и больше. Ты посмотри. Замечательно. Тихо. Отвали, гад. Что ж вас так много-то? Волна за волной, ребята, просто вообще. Ты посмотри, что творится. Я офигею, ребят, я только бонусы получаю какие-то. Только бонусы. Слушай, это круто, деньги мне здесь нужны. И я так понимаю, здесь нужно будет очень много денег для того, чтобы приобретать себе новые виды оружия. Ну, где? Скелеты появились. Давно не виделись, парень. Пока, родной.
Иди отсюда, будет мне еще тут голос свой бросать. Тупорылую. Так, не понял, почему не сработал-то? Нам, наверное, нужно, ребята, ускорение сделать. А что тут будет еще помимо ускорения, а? Как вы думаете? Какие еще будут скиллы? И вообще, кто-нибудь играл в эту игру? Если играл, ребята, отпишитесь мне, пожалуйста, в комментариях. И скажите, как игра, годная или нет? Мне пока нравится. Ну, пока и легко все. Дальше будет, наверное, вынос мозга. Буффало Билл. Это кто такой? Это босс? Погоди, а что я должен был сделать? Подожди, я не могу понять, ребята. Что я должен сделать-то был? Чего там стрелять? Куда стрелять? Я не могу врубиться, что надо сделать, ребят. Ты понимаешь, у меня энергии нет, он меня сейчас уничтожит. Я не могу не прыгнуть, ничего. Так, ну что, ребята, я, наверное, беру гатлинг за 1500. Так, следующее улучшение стоит 5000 для него. Слушай, а что это такое, ребята, а? Бон и Боу, как это, я не знаю. Голова, череп, буйвола. Так, и давай посмотрим, что у нас здесь. Ничего я не могу приобрести, к сожалению. Так, здесь это понятно все. Ладно, предлагаю вам посмотреть, на что способен этот гатлинг. Хе-хе, ну-ка. Воу. Так. Убить Билла. Килл Билл. Ух, вот это я понимаю, ребята. Вот это я понимаю. Так, тихо, отвалите. Слушай, может быть, мы поэкономим с вами? Давай поэкономим, наверное, да? Ёпрсте. Уайлд, ты давай-ка не балуй. Бомби по всем. Все, патроны закончились. Патроны, к сожалению, ребят, заканчиваются у нас. И довольно быстро. Их нужно покупать. Вы поняли, да? Что не все так просто. Но меня ты этим не напугаешь, серьезно вам говорю. Главное, гатлинг оставить для босса. И наказать его. Это будет оптимально, мы будем его с гатлинга валить. Подонка этакого. Так, не подставляемся близко, ребята, к этим скелетам, потому что они наносят в ближнем бою довольно хороший урон. А, и сам же стоял рядом, а? Так, отвали, отвали. Отлично, ребята. Ну, где там следующие охламоны? А, перезарядка, как всегда. Как всегда, ребят, все вовремя. Вечная проблема с этими перезарядками. Так, где-то мыши летучие. Пока еще нету. Я знаю, что они должны быть. Ну, расстреливаем, расстреливаем этих говнюков. Так, аптечка. Фу, шикарно, живем. Ребят, мы с вами еще живем. Мы еще потанцуем здесь, на ихних костях. Так, ускорение у меня есть. Наверное, надо было его улучшить. Так, Билл, да? Я готов, ребята, встречи с этим Биллом. Где он там? Да-да-да-да-да-да-да, конечно. Так, бежим нафиг от него. Ну где ты там, Билл? Слушай, ребята, он что-то... Что он там ползет? Ого, ребят, смотрите. Кишки там торчат весь. А, помоги мне. Вот, ребята, и весь босс-сосунок будет знать свое место. Да, гатлинг это, конечно, вещь. Ух, смотрите, ребята. А кто это, интересно, такой? Решил попробовать, что ли, кровишки, пока мы перезаряжаемся. А, это тот самый, ребята, чувачок, наемничек. Такой, знаешь, да? Он, наверное, подумал, что это кетчуп. Ну что же, отлично, я вам могу сказать, ребята. Сколько у нас денег на кармане, чтобы посмотреть? Давай зайдем в магазин и посмотрим. Почти 4000, я знаешь, что думаю? Давай мы вот здесь вот прикупим, да, патрончиков маленечко. И мне хотелось вот это посмотреть, что такое. Divine Invertion. Так, бомба какая-то. Бомба падает куда-то. Ну что, мы с вами можем перейти? Можем, ребята. Железная дорога в Лузиану. Ёпрсте. Такие, да? Трупаки. Ну что, поехали. Что же это за... Ух ты! Надо было не проверять, ребят. Так, что здесь происходит, да? Собака взрывная? Ее можно было пнуть, ты понял? Там написано «пни». Хорошо. Давай пнем. Вот так это срабатывает. Отлично, будем знать. Ага. То есть они к нам бегут с динамитом. Ну,
Зарывись там к ядрене фени. Патрончики, ребята, для дробовика я подобрал. Смачно. Слушай, мне гатлинг это вообще нравится. Обалденная штука. Где собаки? Собак нету. Ух, спасибо за патроны. Для моего родного гатлинга надо будет его прокачать. Еще на следующий уровень и будет вообще имбово. Так, ну где? Где кто? Я не вижу, ребят, никого. Вот они идут, охламоны. Так, и скелетики здесь же. И собаки. В общем, все дела. Деньги просто рекой текут. Так, перезарядка у нас, ребят. Перезарядка. Погнали. Ух, как шикарно бомбит. Давай, 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 давай. Псина! Взорвись. Эй, аптечки, аптечки, аптечки. Так, дай-ка я пну ее. Вот так вот. Так, аптечки, все, пока шикарно, ребята, у нас идет. Блин, перезарядка, как вовремя. Слушай, у гатлинга не так и быстро заканчиваются патроны, я вам хочу сказать. 300 голды мы заработали еще, за что, непонятно пока. Так, что там такое? Да я пну их, раз, два. Нормуль. Они, кстати, взрываются не сразу, они к тебе подбегают, садятся, а после этого только проходит пару секунд и взрыв. Так что есть возможность, ребята, ее отпнуть. Точнее, пнуть, зачем еще отпнуть? Что это за слово придумал я? Ну что, забираем здесь ревард. Так, и у нас, ребята, вторая миссия. Блин, я же не закупился. Я не закупился, ладно. Попробуем так пройти. Какого шлешего ты делаешь-то здесь? Парень, мы же вроде с тобой закончили уже. Ползет, ползет, ползет. Все, отползался свое. Ну ладно, завязывайте уже сосунки. Побаловали и будет. Разнос полный. Хе-хе. Слушай, обожаю я этот гатлинг. Вообще, ребята, обожаю. Пищу просто от него. Ну, хотелось бы посмотреть, что там после гатлинга идет. Там какая-то, ребята, голова бычья. Череп, точнее. Понятия не имею, что это за оружие, как оно работает, но можно будет его купить, наверное, я думаю, да? И протестить. Так, собака, иди отсюда. Патроны набираем. Так, 990 патронов, ребята, у нас осталось для гатлинга. Этого мало. Я хотел, кстати, вот этот... Воу, понял, что делает? Так, это, ребята, массовый взрыв. Так, да отвалите вы. Давай, 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 давай. Два! Ты понял, уже два таких дурачка. Этот был боссом, а теперь он становится обычным мобом, да? Оригинально придумано. Да отвалите вы, чё так перезарядка быстро пошла? Давай-ка ускоримся маленько. О, совсем другое дело. И быстренько идем так. Тух-тух-тух. Как говорится, на позитивчике. Все, закончился, да, ребят? Но зато есть еще массовая атака. Сейчас будем... Нет, ну не на этих, естественно. Так, тут готовы, готовы. Все, тут только мышки будут. Жалко, грустно. Ну где враги-то? Я жду. 4500 у нас уже голды. Это, кстати, классно. Так, эй-эй-эй-эй-эй-эй, замешкался, ребята. Что-то замешкался маленько. Да хорош уже тут. Бросай свою фигню в меня. Так, 400 патронов. Блин, ребята, может быть, нам лучше... перезарядить, точнее взять другой вид оружия. Хорош же тут баловать. Смачно, обожаю. Мне нравится эта игра, ребят. Упс, упс. Тихо, дай-ка попробую. Во, классно. Имбовый скилл, кстати, ребят, я вам скажу. Да ё-моё, а почему мы... Да чё, почему не попадаем-то, эй. А, все, я понял теперь, почему не попадали. Так, секунду. Секунду, ребят, секунду, секунду, секунду. Всем, всем достанется, всем достанется. В очередь, гады, в очередь, я сказал. Что ты там подкрадываешься ко мне, а? Так, 1000 патронов, да, насобирали? Хорошо, давай дальше двигаться. Но уровни, вы сами заметили, становятся с каждым разом все сложнее. Монстров становится все больше и разнообразнее. Иди отсюда, скелет, иди, иди, говорю. Погуляйся, просвежи свой мозг. Да ёпрст-то, со всех сторон, а. Фух, а мы дошли. Наша цель, видимо, дойти, ребята, вот до этого оружейного магазинчика. И все, и уровень пройден. Ну что же, давайте, наверное, что-нибудь с вами прикупим. А вот тут, смотрите, еще тоже какие-то миссии есть. Москва, Париж. Хм.
Слушай, ну это прикольно. Так, дай-ка я зайду в магазин. Все-таки, ребят, надо прикупиться нам. Так, я хотел посмотреть, смотри-ка. Скелетон депути. Помощь скелета приходит тебе? Пхе. Дай-ка я, наверное, вот гляну. 5000. Фишган. Рыбное оружие. Слушай, мне, наверное, проще гатлинг свой прапать. Да, ребята, второго уровня. 10 тысяч нужно следующий, чтобы прапать его. Ладно, я куплю, ребят, патрончиков. Причем достаточно много. 2000 максималка, как вы видите. Вот так вот. Ну что, поехали, да? У нас с вами, я сказал, Луизиана у нас. Фух, погнали. Ну-ка, вот так вот. Веселье начинается. Да ладно, завязывай. У меня гатлинг уже улучшенный. Куда вы прете-то? Перезарядка, как она вовремя, ребята. Меня завалили? Вот они упыри. Ребят, я сам виноват. Надо было использовать суперудар, а я почему-то не сделал. Дурило. Ладно, хорошо. Погнали. Мы еще можем с вами вот так вот сделать. Немножечко ускориться. Ты смотри, мы просто не даем никакого шанса им. Расколбас, говорю. Ту-дич. Ну что, 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 что? Сразу всем поплохело, да? Скелет, вали отсюда. Тоже пошел прочь. Так, пока хорошо, ребят. Пока все у нас удачно. А, гатлинг у нас, оказывается, ребята, не перезаряжается, а перенагревается. То есть вот мы стреляем с вами без остановки, он разогревается. И ему нужно определенное время, чтобы остыть. Все понятно теперь. Теперь все стало намного лучше. Так, ребят, здоровья мало. Мне это не нравится, когда у нас очень мало здоровья. И когда враги постоянно на тебя прут. Причем такой большой волной. Давай, 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 давай. Отлично. Забомбили. Так, собаки, собственная персона, ребята. Слушай, ну самое удивительное, что собаки уничтожают не только меня. Эй! Черт подери. Офигеть, ребят. Вот это я попал, по-моему. Аптечка. Фу, хоть что-то. Хоть что-то, хоть как-то. Дай-ка я попробую так вот сделать. Да, дробовик, кстати, тоже довольно мощная штука. Смотри, просто колбасим. А если его улучшить? Ты представляешь? Это будет вообще смачно, наверное. Иди отсюда. Так, тихо, песик, песик. Уйди прочь. Фух. Вроде отбился, да? Здоровья мало. Нам нужно как-то подлечиться. А где? Где подлечиться? Так. Что-то никого нету. Неужели я всех поубивал, а? Нет, ребята. Так, подожди. Оу-оу-оу-оу. Да иди ты отсюда, псина, ты достала уже. Так, прочь. Ребята, опасно, у меня очень мало здоровья. Если сейчас что-то выйдет из ряда вон выходящий, меня тут раздеребанят, потому что аптечки нету. И это нечто уже вышло, ребята. Пипец! Ребят, я хочу зайти в Москву. Попробуем в Москве с вами немножко поиграть. Просто интересно посмотреть. Так, Кремль. Так. Ну, конечно, что они еще могут, ребята? Тихо ты. Типа в Москве тут супер-пупер, да? Монстры? По-моему, да, они на это и намекают, ребята, да? Ух ты, а денег-то сколько дают? Мышки, валите. Эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй, хорош. Вот так вот, врасплох всех. Точнее, в расход. Какой расплох еще. Слушай, ну смачно. Так. Твою же маковку, что такое? Блин, надо брать, наверное, дробаш, ребят. Что-то как-то не заходит ни шиша. Пошел ты отсюда. Да что за фигня-то, не могу понять.
все время тут, понимаешь, если бы ребята они близко подходили, их можно было бы пинать. Но мне для этого нужно переключаться постоянно. Понимаешь, их пнул, и он отлетает. Это еще кто такой? Ребята, это какой-то чувак сшитый, фиг поймешь, какие-то... Жесть, мне, по-моему, рано еще туда идти. Сколько денег? Я могу что-нибудь купить в магазине себе? Надо прикупить маленько. Давай посмотрим вот эту штуку. Хочу просто, ребят, потестить ее. Так, давай обратно в Лузиану. Ну его нафиг. Ладно, ребята, поехали. Это, оказывается, у нас лук. Это у нас, оказывается, лук. Да ну, вы что, издеваетесь, что ли? Я-то там думал, будет что-то имбовое. Это, ребята, оказывается, обычный лук. Причем я бы не сказал, что он прям супер-пупер хорош. Лук как лук, ничего в нем такого выдающего нету. Жаль. Жаль. Ну ладно, давай попробуем еще пострелять. Что такое? Я не понял, тут кто-то есть же. Понятно. Скелет, которого не было видно, но который почему-то потом откуда-то взялся. Слушай, ну если выбирать, ребят, то мне кажется, что все-таки этот дробовик будет получше. В 100 раз причем, чем этот самый лук. Может быть, потому что он еще не прокачан, и фиг его знает. При полной прокачке он, наверное, будет выдавать определенный урон. Но сейчас он какой-то вообще ни о чем. Вот, гатлинг, это да, я не спорю. Я представляю, что это за оружие рыбное, которое там есть за 5000. Рыбное оружие, оно только называется, ребята, фишган. Так, расколбашиваем. Причем, ребята, вот эти вот зомби, это зомби каких-то вампиров, судя по всему. Потому что у них красные глаза, это мало того. Так, у них еще и клыки. Я только сейчас это заметил. Точнее, обратил на это внимание. Ну, расстреливать будем? Так, иди туда, прокатись. Просто расшинковка идет. О! Стрелы выпадают, да? Иди вон туда, прогуляйся, псина. Деньги, мне надо, ребята, деньги поднимать. Прогуляйся. Так, патрончики мы заберем для своего гатлинга. Блин, ребята, хотел пнуть. Тут надо тоже на кнопки все, по-моему, выставлять. Мышкой тут как-то не особо хорошо играть. А вот когда у тебя кнопочки будут, да, тут нажимаешь. Атака и пинок. Ну и плюс еще скиллы, не забываем про это. Так, здесь же сейчас будет, по-моему, минотавр, если я не ошибаюсь. Да, после этих мышей. А! Что ты делаешь-то? Ребята, что это она делает? Смотрите, вместо пинка... Она теперь гатлингом бьет. Почему такое происходит? Не пойму. Странно для меня это, конечно. Что это такое? Что это за движение? Ну что, где там? Сейчас минотавр будет, я ведь знаю. Вот он, ребята. Готов, иди, иди, ползи, ползи. Умоляй меня о помощи, гад. Сосунок. Опять зомби, да? Опять орды бесконечные. Ну куда ты вылез-то? Точно, ребят, это какие-то вампиры. Это даже не мертвецы и зомби, это вампиры. Полувампиры, полузомби, полухрен знает кто. Ну что ты вылез-то? Вылез он мне здесь. Пошел прочь. Иди отсюда, тебе говорю. Стоит тут мне, лыбится. Так, давай, колбасим. А если я пну? Отлично. Когда пинаешь, почему-то монетки выпадают. Может быть, мне показалось так? Мы теперь, ребята, толкаем гатлингом с вами. Не пинаем ногами, а гатлингом просто берем и отталкиваем их. Иди отсюда. Так. Уложись тут называется, да, по времени? Так, у нас полностью боеприпас, ребята, для дробаша. Так он у нас... С собой и не взят, причем еще. Так, мышки. По-моему, ребята, скоро будет наш домик, я думаю. Да? Скорее всего. Уйди отсюда, что-то там еще подлагивать начинает. Давай без лагов всяких, глюков, багов. Ты-дич.
шик и блеск. Ну, сколько вас тут, а? Смотри, специально все делают, ребят. Со всех сторон нападает, чтобы меня в смуту вести. Так, что там? Что там такое написали? Типа станция, да? Прибыли, короче. Или что? Попрошу вас слезть на этой остановке? Нет, ребята, мы с вами прошли. Фух. Слушай, ну 5000 мы с вами заработали здесь, Диджат. Это довольно хорошо. Что же нам... Это мы с вами еще играем на нормале, да? На нормале, по-моему. Так, давай посмотрим. Я хотел купить себе... А почему бы и нет? Возьму. Возьму и гляну, ребята. Возьму и гляну. Так, четвертая миссия. Поехали. Что опять? Нет, ребят, я уберу вот этот лук, я возьму... Так, выключим, вот этот возьмем. Вот таким вот макаром. Поехали. Ага. То есть выбрать должен, да? Вот так я выбираю. Вперед и с музычкой. Ну, да, действительно с музычкой. Ползет раненый какой-то джигит. Иди, я тебе сказал, сюда. Слушай, а мне хочется посмотреть, ребят, что это за скилл. Воу-воу. Ребят, я призвал себе помощничка, прикинь. Вот это круто. Вот это хорошо. Вот теперь-то мы повеселимся. Надеюсь, ты надолго, парень, со мной задержишься на сегодня, а? Такой крутой чувак, ковбой. Видимо, наш напарник. Блин, нет, ребята, он на определенное количество времени. К сожалению. Но, тем не менее, это хорошо. Хоть какая-то, ребят, помощь. Хоть от кого-то. Так. Давай в разнос их тут всех. Ползает мне еще здесь. Так, подожди, урон. Урон получили мы, да, маленечко? Ладно, ничего страшного, аптечки есть. Че, давай вызывать напарничка, пускай идет. Ё-моё. Не сработало чуть-чуть. Слушай, напарник хорош, знаешь, чем? Что он сзади тебя может прикрывать. Давай вот так вот сделаем. Ух, шикандос какой пошел, а. То ли дело, ну иди сюда, собачка. Иди. Стоит тут, пригрелась. Ускоряемся. Конечно же, будем ускоряться, ребят. Да иди ты. Да. Че такое-то? Прицепилась, да? Слушай, ну это изейший был уровень, смотри. Ну, ни одной звезды не получили, к сожалению. Просто получили с вами 500 монет. Ну что, дорогие друзья, на этой ноте я буду, наверное, завершать этот видосик. Всем большое спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось. Если да, то лайкосик, комментарий. Ну, а мы с вами увидимся в следующих новых видосиках. Всем пока, всем удачи и до скорого.